Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Сегодня очень благоприятный день для ведения дел. Налаживайте деловые связи, ведите переписку, общайтесь, и очень скоро вы увидите желаемый результат. Также сегодня благоприятный день для углубления знаний. Телец. Сегодня вам придется прислушиваться ко мнению других, если вы хотите добиться результата. Меньше спорьте и больше делайте, и тогда все получится. Также сегодня очень благоприятный день для общения с родственниками и для домашних дел. Близнецы. В данный период можно начинать новые дела, принимать важные решения, заниматься вопросами трудоустройства, искать новые источники доходов. Ответственность нужно брать на себя, а все начатые дела доводить до конца. Удачными будут поездки, встречи с друзьями и родственниками. Рак. Сегодня вы будете слишком эмоциональны, и это помешает трезво оценить ситуацию. Принятие важных решений лучше отложить на потом. Сегодня вы не в силах что-то менять и вообще делать что-то срочное. Лучше всего этот день провести наедине с собой. Лев. Сегодняшний день обещает много нового. Вас ждет встреча и знакомство с новыми людьми, которые могут очень сильно повлиять на ваши суждения. И это только положительно повлияет на ваше будущее. Но не забывайте про осторожность и рассудительность. Дева. Сегодня вас ждут различные переговоры и много общения. Вам придется отстаивать свою точку зрения, что будет совсем непросто. Постарайтесь сохранять спокойствие и не сорваться. Не нужно показывать свои негативные стороны, еще успеете. Весы. Сегодня у вас появится шанс проявить себя. У вас много идей, и сегодня вы сможете воплотить их в жизнь. Ваше руководство оценит ваши старания по достоинству, и, возможно, вас даже ждет повышение. Но если нет, не грустите, это только вопрос времени. Скорпион. Вам очень сложно наладить отношения с родственниками. Ваш сарказм и язвительность не помогают, а только усугубляют ситуацию. Но без поддержки родных сложно выжить в этом мире. Поэтому сегодня возьмитесь за налаживание отношений с близкими. Сначала попросите прощения, а дальше все пойдет само собой. Стрелец. Один из чистых дней. Благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок. Все покупки, кроме драгоценных металлов и мебели, будут удачны. Козерог. Сегодня звезды будут к вам благосклонны. Вам удастся хорошо завершить прибыльную сделку, и руководство будет вами восхищаться. Также возможны неожиданные повороты судьбы в личных отношениях. Водолей. Сегодня вас ждет очень спокойный день. День, когда вам не нужно будет никуда бежать, ничего срочного делать. Вас не будут донимать звонками или переписками. Вы будете делать все спокойно и без спешки. А вечером у вас будет время отдохнуть в приятной компании. Рыбы. Сегодня вы будете очень раздражены. Очень сложно будет сосредоточиться на важных делах и сделать все без ошибок. Ваше состояние можно кратко описать на грани. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.